Дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале. На данный момент Москва переживает не лучшие времена. Осталось несколько дней до празднования Нового года, и тут такая трагедия. Родственники до последнего скрывали, что вчера вечером в больницу попал известный советский российский киноактер Сергей Гармаш. Оказывается, он приехал со своей семьей с дачи домой, прилег отдохнуть, ему стало плохо, пришлось вызывать скорую. Как говорит его супруга, он на даче много работал. Скорее всего, это из-за переутомленности. В каком состоянии сейчас находится Сергей Гармаш в больнице, мы не знаем. Супруга пока никаких подробностей не говорит. Будем надеяться, друзья, на то, что с ним все будет хорошо. Вставайте с нами, не переключайтесь. Я благодарен вам за то, что вы делаете для нас, друзья. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь на наш канал, ставите лайки и пишите комментарии. Нам очень приятно, друзья, когда мы видим вашу поддержку. До скорых встреч, будьте всегда с нами.